Катя Кобякова. Именно в этом клубе «Калипсо 21 век» Аркадий в октябре открыл клуб друзей, в который приходило множество артистов в жанре шансона, в жанре поп-музыки, даже в жанре джаза. Его любили друзья-коллеги, актеры. И нам удалось провести 5 вечеров в этом замечательном клубе «Калипсо 21 век». И сегодня, спустя время, которое всех нас очень огорчило, мы все-таки решили попробовать сделать все для того, чтобы имя этого замечательного маэстро Аркадия Кобякова жило вечно. Мы хотим, чтобы собирались коллеги, артисты. Мы хотим, чтобы все друзья, которые знали его при жизни, все почитатели его творчества. Аркадий Кобяков оставил нам много красивых песен, трогательных, разных по смыслу, потому что у человека была очень непростая судьба, но он сумел создать множество музыкальных творений. И мы друзья его, я могу сказать, что я тоже был его другом, и мы часто встречались, радовались, проводили вечера. Мы все сделаем для того, чтобы его творчество жило. Здесь находится очень много близких его друзей. Находится директор Сергей Леганцев, который был с самого начала творческого пути Аркадия. Здесь находится Григорий Герасимов, который творческий коллега, друг, которые создали совместные шедевры. И самое главное, хочется, чтобы клуб «Верные друзья» с этого дня раз в месяц собирался, и собирались все регионы России, которые действительно любят этого замечательного артиста Аркадия Кобякова. А сейчас я передаю слово Григорию Герасимову. Аплодисменты! Дружнее! Первую песню спою, которую написал сам Аркаша, а вторую вы все знаете. С тоской смотрю немые небеса, воспоминания мучают опять, и облака рисуют мне глаза, то, что так сильно я хочу обнять. И пусть мой дом здесь больше нет любви, и тишина преследует меня, и крикнуть хочется со мной поговорить. Я закрались в этом мире без тебя, столкнулись словно тысячи планет, и я не понимаю, как пока дышу. Я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. Я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. Девчонки, можно сюда пройти? Я же для вас пою. Волос твоих родных никто мне не заменит никогда. И лишь во сне тебе ласкает их, и больно бьет безумная вина. Несколько женщин растворяет ночь, и бьется сердце на пути к тебе. Никто не сможет больше мне помочь, я безразличен самому себе. Столкнулись словно тысячи планет, и я не понимаю, как пока дышу. И я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. Я знаю, что прощения мне нет,
равно отчаянно прошу. Вот молодцы. Лучше на меня помнить. Вот так вот. Молодцы. Столкнулись словно тысячи планет, и я не понимаю, как пока дышу. И я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. Столкнулись словно тысячи планет, и я не понимаю, как пока дышу. И я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. И я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу. И я знаю, что прощения мне нет, но все равно отчаянно прошу.
наш клуб «Верные друзья», в клубе «Калипсо 21 век» пришла украсить актриса музыкального театра Ирина Елисеева. Есть слово. Ваши аплодисменты. Добрый вечер. Я, конечно, честно, не все знаю творчество Аркадия, но мне кажется, что раз уж я приехала на этот вечер, то мне хочется первую песню посвятить ему. Это город тепло и сыро.
все сделала вживую, понимаете? Ни одной фальши, ни в одной нотке. Дорогого стоит. Вот стоит директор. На все наши концерты мы будем тебя приглашать. С удовольствием. Друзья, сделаем маленькую паузу. Мы продолжим буквально через несколько минут наш концерт. Просто мы очень хотим, чтобы мы собрались сейчас буквально на минуточку вместе, все для кадра. Ирина Елисеева, которая украсила наш вечер, уезжает. У нее подготовка завтра спектакль. Друзья, всех приглашаем к сцене. Вы удивитесь, когда здесь будет уже не одна сотня, буквально через два месяца. Здесь будет уже сотни людей находиться, я в этом не сомневаюсь. Так, они будут все в кадре? Да. Дружище, полностью, артистки. Да? Все, я просто поздравляю. Друзья, все, кто пришел. Аплодисменты! Браво! Серики, молодец. Это подарок от Аркадия Кобякова всем вам, чтобы вы слушали его замечательные песни и чтобы ваши желания сбывались. А мне? Сережа? Мне? Мне можно не дарить, да?
Кобякова.